Все уехали? Походу уезжают. Забей. Давай посидим сейчас немного, потом снимемся. Они в сторону Софии уезжают. А вон, вон, тачка около военки. Тачка около военки. А. Нет, это не это. Они могли высекать нас разъебать. У нас еще топлив не где-то в спине. У вас? Спиркайся. А с какой стороны он заезжал прямо? Где-то в Пиркасе. Не бегас. Ну и где все? Чего они уехали такие скоро? Скоро, ну просто их мало. Блять, ямки залетели. 4. КДС много. Давай на военку. Меня слышно? Да. И враг какой-то летит, блять. Не... Что-то здоровое летит, блять. Не слышу. Я тоже не слышу. Я слышу. Ребят, а меня маджики могут сбить с базы. Да, слышу, Ивак. Где-то далеко. А у маджиков есть враг? Ну, у них юшка. Блин, что делать, господи? Короче, на засаду? Едет тачка. Наша черная. Нет, не наша тачка под военку едет. Могу маслить ее? Стой. Она на военку. Дайте преды сначала, блядь, какую маслить. Свешивалась, армия свешивалась. Еще одна машина, еще одна. Дал ей вроде минус. Я преды дал, вы что зазали, реакция ноль, не дали дать. Все, он мертвый, по-моему. Че новое, Илья? Тормози. Вон, приди. Да, он мертвый. Илья, стой. Не подбегай только. Да, он мертвый, Что за машина? Как машина выглядит? Это тот же Форд. Все, можете маслить добивать спокойно. Ребята, бля, у Джаку черный Форд. Где? Да, у метку стрелочку добыть. Да, вижу. Камышам едет, парни, камышам едет. А, вижу его. Это BMW вижу. BMW. Да, X5. Так КДС добивайте. Отойди с РПГ, отойди, сейчас вас выбивать. Вижу, камыши, вот выехал с камышей, парни, выехал. Ну, преды будет. По кому? Мы. Ой, по-моему, по мне. Пес да, туда же едет. Кто вас сейчас стреляет? Вы добили того пеха? Это кто сначала паспорт чекали? КДС. Ребят, биммер на моей метке. Он меня в сторону базы ведет, пацаны, забейте. Не едьте, вы не там достанут дерево. А, не, развернулся. Кто же мертв? Да были на его место и все. Ребят, обратно едет в сторону. Ты его уже добил. О, вон, вижу. Чего у него? Стрелять не буду. Дай мне спар, пожалуйста, дай мне спар, умоляю. Камыши занимает. Отойдите, вы уже оттуда. Занял камыши, даю. Простреливаю. Камыши 55. Прям нашел по его машине. Бухман, чек и говяж. Чтобы они не достали чё-нибудь.
сейчас. Давайте ВП сразу поставим, чтобы не достали. Бой есть, все. Ничего не знаю. Они могут доставать Б. Они не могут ставить только. Возможно, убил пеху камыша, очень сильно зажим дал. Алло, кто на военку лутается? Уйди оттуда. Конченые, а? А кто на гараже? Не наш. На гараже наши. На гараже. Чекай, сейчас, скорее всего, ЗУшку достану. По мне попали. Откуда, Семен? Камышей. Дал метку. Там машина спешила. Опа, по мне работает сейчас. Чекай внимательно автомобильный салон. Еще до грузовиков появится, они там тоже ЗУшку могут доставать. А, слышишь, мем полиции высадился только что. Где? 47. Я гараж чек. Не понял, где? Да, вижу пеха, слышали, лежит. Попали. Прям на этом кругу. Мест 5, ребят, если что, 5 мест. Я ем сейчас, понимаешь, как это там. А, на гараже, слышь, бегут. Сводите лучше с вышек. Машина уехала оттуда, до пеха, слышь. До гаража доехали, до гаража. Работайте по машине на гараже. Ставьте ВП, блядь, быстрее нам. На моей метке. По кустам ходит. Я чекал третьего лица, блядь. Не надо сейчас включаем. Хороший, какой ты сейчас уезжает? Это я, блядь. Ну не все уезжайте. Забей, ну, они, это походу не КДС. Там КДС, что приехали на военку. Это КДС, ну. Не, на военку-то КДС приехал, просто... В этом городе... А в камышах вы чекнули вообще, нету? Там был в камышах, я понимаю, отработал. Я точку дал дяде. Чего ты там? Рисовал за госпиталем, где высадился, мем полис. За госпиталем высадился? Не надо, блядь. Да, вы выезжаете, там куча, вы сейчас отъётесь нам. Точно, там до этого один был, и потом еще один спешил. А он на госпитале или за ним? Ой, мисклик. Да, за госпиталем. Потом в кусты перебежал. Два пеха, по-моему, на госпитале. Да. Пеха, а чекай, чаще гараж. Могу десантнуться прямо на госпитале ходить? Нет, там уже вверх. Отработал папки. Чекай. Дядя, они за ВП выехали. Форд за ВП выехал. Джозеф, чекай почаще гараж, пожалуйста. Я чекаю, они за ВП выехали. Вот этот Форд, который там был. Понял? Ну, второй этаж он был, я понимаю, отработал, может убить. Рано. Ничего не вижу в Пиргасе, слышь, ничего. Чисто. Не беги, в кустах они сидят, ты не сможешь в военке выдержать. Шмаляй. Но они на этих этажах, не суки. Ждите, как нахуй ему шмалять, час нахуй, ждите. Ну гараж чистый, никто не шмалит. Чекни магазин грузовиков, они там тоже могут душку доставать. Дядь, он за ВП. Он за ВП. Легкие грузовые автомобили, он? Карта севил? Нет, магазин грузовиков. Я больницу вообще не вижу. Тоже чисто, слышь? А, нет, там две машины стоят, слышь? Но нет, ни грузовика, ничего. Вижу, второй этаж, нахуй. Самый последний этаж, короче, правое крыло. Да, правое крыло, получается. А госпиталь? Да. Это правое крыло. Самый второй этаж, ну, получается, ну, блядь, крайнее боковое окно. Это правое. На госпитале? Да. Да, а, да. При... Да, от лестницы направо. Ребят, мем, полис, бусик и машина X5 высадились на гараже. Ну, типа на этом. Торговец грузовик. Александр, слышишь? Нет, пока подожди, пока не убью. Да. На военке.